Мы крупная фирма. Мы вам не какая-то алмазная биржа. Выгодный бизнес предприимчивого героя. Мужик не создан моногамным. И семя надо разбросать. Моралистов просьба не смотреть. Ни стыда, ни совести. А что, если Сэнди позвонит мне? Мы перехватываем звонки, так что секретарь свяжется со мной, а я уже перезвоню вам. Но есть алиби. Мы поддерживаем иллюзию. Мама счастлива, отец счастлив. И детям не надо делать выбор. Мистер Уильямс на совещании. Чтобы передать вашей жены селекторное освещение. Фирма по предоставлению алиби предлагает вам не бояться, не прятаться, не бегать. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Кажется, она умерла. Вот попал так попал. Ты убил ее. Оно хорошо. У вас есть алиби. Начинаем. Ну, девочки, начнем. И где вы были и чем вы занимались на самом деле, никому, кроме вас, знать не положено. Наверное, придется. Алиби.